Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы – это время проведения ярких мероприятий, которые призваны приобщить юношество к героическому прошлому и настоящему России, помочь сохранить историческую память о подвигах защитников Отечества. Смотрите репортаж о необычном концерте, проведенном в рамках месячника для учащихся 8-й школы. Российская история – это наше богатство. Именно в ней мы находим жизненный опыт, который выходит за рамки поколения, и примеры любви к своей родине, самоотверженности в труде и в сражениях на поле брани. Очень важную информацию о нашем славном прошлом подрастающее поколение получает как на уроках и классных часах, так и на мероприятиях, подобных концерту, с которым к школьникам приехали представители клуба «Русские мотоциклисты» с рок-группой «Железный Феникс». Чтобы молодежь развивалась, чтобы всегда знали, что наши деды, прадеды и братья, которые сражались за родину, мы должны чтить их память и всегда помнить об этом, всегда беречь и передавать из поколения в поколение. И одно из направлений русских мотоциклистов, да, это патриотическое движение совместно с казачеством. Концерт был посвящен предстоящему 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Рассказать о важности памятной даты и о необходимости сохранения исторической памяти сюда пришли казаки и активные общественники. Сегодня выступают рок-музыканты. Приехали наши русские мотоциклисты. Это лишний раз заинтересует молодежь, что это не черство пройдет, а это пройдет с душой, пройдет так, как она положена, как в домашней обстановке. И я думаю, то, что, как вы видите, украшен зал, много плакатов, много знамен, я думаю, это пойдет на пользу. В репертуаре славянских рок-музыкантов много отличных песен. Есть среди них и широко известные. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал со спины ребят. Летят самолеты, и танки горят, так бьет ее комбат, ее комбат. Пришел на концерт к ребятам поселка Садового и председатель совета ветеранов прибрежного поселения Вячеслав Никоев. Это наша гордость, наши достижения, и мы никогда не должны это забывать. Для этого все делается в нашей стране, чтобы мы историю знали. Поэтому я желаю вам учебы хорошей, здоровья, успехов, и дай Бог вырастите, чтобы были достойными защитниками нашей страны. Ребята не только слушали песни и выступления, они и сами читали очень трогательные стихи Мусы Джалиля о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы войны. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез, горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, ты миллионы лет жила для нас, но испытала ты хотя бы раз такой позор и варварство такое. Песня о покорителях космоса очень нравится учащимся. Это популярная до сих пор «Трава у дома». Замечательные композиции концерта никого не оставили равнодушными. Песни очень интересные, очень патриотические. Также люди, которые присутствовали на этом концерте, говорили очень важные, правильные слова. Хотелось бы сказать огромное спасибо группе «Железный Феникс» и русским мотоциклистам за то, что устроили нам такой прекрасный праздник. Конечно же, еще хочется поблагодарить нашего директора. Это был великолепный праздник, и мы ждем всех еще раз. По окончании концерта ребята на память сфотографировались с мотоциклистами, которые и в будущем намерены приезжать в эту школу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».